Первые двое детей в семье Милединых родились еще до введения закона о маткапитале. Третий ребенок в 2019 году. Родители пытались получить детские выплаты из материнского капитала в виде пособия, но в соцзащите получили отказ. Сказали обратиться в пенсионный фонд, так как мы имеем сертификат на материнский капитал. Мы написали заявление, пенсионный фонд нам отказал, сказав, что на второго мы можем сделать выплаты с материнского капитала, а на третьего нет, нельзя. То есть мы бы рады помочь, но идите дальше. Помощи не получилось добиться даже через суд. Оказалось, что случай с выплатами на третьего ребенка просто не указан в дополнительных законах. За поддержкой глава семейства решил обратиться к депутату Госдумы. Это не значит, что теперь на третьего ребенка нельзя получать. Потому что по факту это первый раз получения детского пособия. Но ни копейки не и суд в этой ситуации должен был разобраться. Получается, что закон, написанный, чтобы помогать людям, не работает, а чиновники в очередной раз трактуют нормы так, чтобы сэкономить на гражданах. В ближайшее время Валерий Гартунг намерен разобраться в проблеме. По одному закону они имеют право, а по другому это третий ребенок, про которого там ничего не сказано. Попросим информацию в профильном комитете Госдумы, разъяснение применения этого законодательства в уполномоченном федеральном органе государственной власти. Возможно, чтобы закон про маткапитал заработал как положено, придется принимать поправки на федеральном уровне. Ведь пособие на третьего ребенка не получается оформить не только у Милединых. В Челябинске уже больше 20 семей столкнулись с подобной проблемой. Иван Абросимов, Павел Чащин, 31 канал.